Что вы делали в лесу, поясните, пожалуйста. Пытался сбить гашиш. В каком количестве? 50 грамм. Каким образом пытались сбить? Ну, здесь просто закапываешь. Где вы взяли данное вещество? В Ялте. Где в Ялте? В лесу. Нами было основное транспортное средство. Ауди А6. Данный гражданин имел признаки опьянения. Зачем приехали на данную территорию? Ну, вообще здесь красивый вид, это раз. Во-вторых, произвести определенные мероприятия. Какие мероприятия? С чем связаны? Выражусь правильно. С незаконным оборотом наркотических веществ. Понятый. Поясните, что здесь находится? Гашиш. Материалы в ходе личного досмотра данного гражданина было обнаружено в куртке 15 свертков желтого цвета. Что в этих свертках находится? Гашиш. В автомобиле есть запрещенные вещества? Да. В каком количестве? 50 грамм. Где заложили? Вот. Возле водохранилища. В количестве? Ну, за телефон я посмотреть, около 10. На место прибыла следственная группа. Далее будет проходить следственные действия, изымать данные вещества. За что были задержаны сотрудниками полиции? Купил денежные купюры, которые я приобрел через сайт. В каком количестве вы приобретали денежные? 20 купюр.